Сегодня ранним утром в 3 часа 40 минут по системе ГЛОНАСС Центра управления кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном доме село Паисево Октанышского муниципального района. На место пожара экстренно были вызваны оперативной группой подразделения пожарной охраны Октанышского муниципального района. Со слов соседей, пожар произошел в той части дома, где проживала неблагополучная семья из 5 человек. В результате разбора конструкции на месте возгорания было обнаружено 6 человек. Трое взрослых и трое детей. Дети – это две девочки в возрасте 2002 года, 2011 года, также мальчик 2004 года рождения. Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа в составе 10 человек, работают дознаватели пожарной охраны, отрабатываются две версии. Это электротехническая и вторая версия по неосторожности, неосторожному обращению с огнем.